Здравствуйте! Начинается утепление и отделка фасадов частного дома. Как вы видите, дом изначально был построен из кирпича. Дальше веранда была преобразована в дополнительные комнаты. Ребята заказчика начали утепление фасадов. Видите, гэшку пропустили. Нужно будет ее делать, это вот эрки. Так что вот такие вот стены, видите, пескобетон, вот у нас керамзитобетон, газобетон, кирпич красный полнотелый, коты замечательные. Вот изначально какие стены. На верхотуре будет у нас USB, и приклейка на USB будет производиться на клей пена. В некоторых местах, как вы видите, вот он кирпич, к сожалению, такая у него обычно судьба и происходит. Он начинает постепенно разрушаться, потому что кладка 90-х годов. Ребята делают фасад первый раз, но никуда не денутся, все у них получится. Как видите, провеска шнурками. Приклейка пенополистирола. Окантовка и липухи. Сейчас мы с ними как раз обсуждаем устройство уклонов под установку подоконных отливов. Мы вот так с тобой хотели. Вот. Вот такой вот уклончик сделать. Понятно, да? Угу. То есть где-то вот так вот, вот он пойдет. Значит, здесь ага. Нам не мешает, да? Да, да, да. То есть моя задача, ребята, вам показать. Угу. Вы дальше купите сейчас наждачку, зашкурите. Но чтобы вы понимали порядок действий. Потому что у вас возник вопрос по поводу вот этих всех вещей. Тут, собственно, и нужно, прежде чем вот это обрабатывать, вы должны организовать уклон. Угу. Дальше, вот видишь выбоины, которые здесь есть, аккуратненько вынимаешь кирпичи битые. Угу. Там, где есть большие полости, клей пену и вставляешь кусочки пенополистирола. Угу. Потом сюда клинышек из пенопласта доклеиваешь. И у тебя не будет промерзания через низ подоконного отлива. Бетоном нельзя это. Холодно будет, понятно, да? Угу. То есть мы все вот эти вот вещи, мы это все вынимаем, всю труху. И то, что здесь не держится, мы просто вклеиваем куски пенополистирола. Понятно, да? Вначале уклон. Угу. И под этот уклон ориентируемся, делаем заполнение. И вклеиваем на Церезит СТ-84. Понятно, да? Так что вот, но здесь, конечно, мы так честно переборщили немножко. Надо было плотнее. Ну ладно, я сейчас поднимусь, посмотрим. Угу. Решили мы вот этот лист. Нет, нет, нет. Ты ножовку под низ засунь, воткни прям. Вот так? Да, да, да. И срезай пену, потому что снизу подцепляй его руками. И снимай.
Вот смотри, что получилось. У тебя как таковой приклейки не получилось. Значит, тебе нужно, чтобы расстояние между стенной и утеплителем было в пределах сантиметра. И здесь целесообразнее было клеить на цементный клей, а снизу просто, то есть сделать одну окантовку из цементного клея, а снизу сделать окантовку из клейпены. То есть один лист приклеить на два способа. Это был бы самый лучший. Вскрыли. Вот эту гашку надо будет переклеивать. Там открыто. Слишком большое расстояние.